cameras ready, prepare to flash. Привет. Привет. Знаем, что у тебя день рождения. Мы из Саратова решили подарить тебе лучшее, что есть в Саратове. Это саратовский провансаль. Это лучший майонез, который есть вообще в стране и в мире. Попробуй обязательно. Это очень здорово. Мы поздравляем тебя с днюхой и говорим тебе огромное спасибо за то, что приехал к нам. Ну и в свою очередь мы просим тебя поздравить ночной клуб «Оскар» тоже с днем рождения. Большой город, очень хороший клуб. Поздравляю ночной клуб «Оскар» сегодня. Счастья, удачи и побольше хорошей музыки и хороших диджеев. «Оскар», с днем рождения тебя! Желаю, чтобы ты процветал, чтобы у тебя были такие привозы, как сегодня, все чаще и чаще. Сколько есть? Ну, 5 минут. Отлично, хорошо. Готовился к нашей встрече. Что смешного? Нормально. В своей группе ВКонтакте мы написали, что есть уникальная возможность задать вопросы Владу Топалову. Вот, и нам саратовские поклонницы твои писали вопросы, так что ты не против, я задам вопросы не свои, а саратовских поклонниц. Не надо, давайте лучше вы. Я думаю, что Миллер взорвет, да? Миллер взорвет, а Топалов... Ну, Топалов пока разогревает для Миллера микрофон и пульт. Смотрите все, что происходит в этом городе. Самое интересное на портале Fashion Room TV. Ты что, гей? Если даже я гей, весь город знает, что ты мой лучший друг. Друзья, мой любимый клуб. Я поздравляю всех. Это старый прикол. Это старый прикол, Оленченко. Да, поздравляю вас с днем рождения! Ура, ура, ура! Оскар, с днем рождения! Желаю самого лучшего! Вы смотрите Fashion Room TV! Вы видели ее лицо? Побольше таких же совок! И всего самого лучшего! Fashion Room TV, смотрите! Смотрите, yeah. Смотрите Fashion Room TV! Поздравляю с днем рождения клуб «Оскар», наш любимый клуб, в котором мы не раз выступали. И одними из первых нас поддержали наши музыкальные проекты. И мы на самом деле любим этот клуб, потому что в нем атмосфера не похожая на другие такие же клубы. Смотрите нас на Fashion Room TV! Ну, во-первых, да, с днем рождения, Оскар. Это мой любимый клуб. Но людей, позитивных, любящих музыку, хорошую музыку. Вы смотрите Fashion Room TV. Привет. Ну и пошла нахуй. Все круто! С днем рождения, Оскар. Поздравляю вас, желаю вам счастья и всего самого-самого наилучшего. Побольше хороших клиентов, побольше денег. Иди сюда, кобылки. Это пьяненькая ты наша. Ты что такая веселая? Да все огонь! Наверное, она пьяненькая. Как вас зовут? Свет. Тут вы такая красивая к нам пожаловали. Из Сбербанка. Да. Что да? Ну да. Сам думай. Заигрываешь? Нет, уже сам додумай. Ну я бы додумал. Ну я знаю, как вы мальчики додумываете. И как мы додумываем, мальчики? Ну всякие шпили-вили.
С днем рождения, Оскар! Я желаю ночному клубу Оскара, чтобы бармены снимали каждую ночь кассу по 100, по 150 тысяч. Здравому МС, много алкоголя, диджею хорошего винила и нашему прекрасному видеоотчету хорошего настроения. Это нам? Да, спасибо, Оскар, спасибо огромное. Fashion Room TV, с праздником. Давай вдвоем, быстро. А что такое? Я понятия не имею, что это. Давай, 3-4. Не-не-не, надо без пальца, над языком. Я чужим не лежу. Да, друзья, вы смотрите Fashion Room TV, смотрите, это интересная картина передача. Нет, пока не смотрю. Я дорожу вам бухло. Какое? Я надеюсь, им очень понравилось. Люди очень тепло меня приветствовали. Мне было приятно и мне было лучше работать, потому что я чувствовал поддержку людей. Мы покопались в твоей биографии. Ты госслужащий, закончил Волгоградскую академию государственной службы. Это правда, да, но я закончил ее по факультету юриспруденции. Юрист сегодня прокачивал ночной клуб «Оскар». Молодец. Спасибо. Как саратовские зрители принял? Как вообще эмоции от того, какие получил? Эмоции получил положительные, саратовский зритель яркий, добрый, отзывчивый, мне понравилось. Такой вопрос, а почему с первого раза не захотел с нами общаться? Ты испугался, что мы какие-то такие нестандартные вопросы тебе будем задавать? Я вообще ничего не боюсь по жизни. Да не, мне просто интересно. Не захотелось. Мы как-то не так на тебя посмотрели, что-то не так, что-то? Нет, ну сейчас ты можешь посмотреть на меня не так, да, и тогда плохо для тебя закончится. Поздравляю ночной клуб «Оскар» с этим замечательным праздником, с днем рождения. Хочется пожелать много хорошей публики, реки, алкоголя, много красивых девушек и долгих-долгих лет жизни.